Приветствую всех, кто заглянул на мой канал «Умно и разумно». Как вы знаете, блюда из селедки давно стали традиционными на нашем праздничном столе. Возьмем хотя бы сельдь под шубой. Кажется, без этого салата праздник и не состоится вовсе. Но почему бы не порадовать себя и гостей чем-то новым и необычным? Я предлагаю вам рецепт селедки с картошкой, которая станет изюминкой вашего праздничного стола. Для приготовления этого блюда вам потребуется 10 картофелин, 1 луковица, 2 сельди, 100 мл растительного масла, 1 столовая ложка горчицы, 1 лимон, зерна граната, 2 лавровых листа, соль по вашему вкусу. Сначала хорошенько вымойте картофель и сварите его в мундире. Добавьте в воду для варки соль и лавровый лист. Пока картофель варится, займитесь селедкой. Нужно отрезать у рыбы голову, хвост и плавники. Также избавиться от внутренностей. Удалите хребет и мелкие кости. При желании кожу тоже можно удалить. Очищенное филе нужно нарезать мелкими кубиками. После мелко нарежьте лук и добавьте селедки. Теперь займитесь заправкой. Разрежьте лимон пополам. Из одной половинки выдавите сок. Смешайте его с растительным маслом и горчицей. Заправкой этой полейте вашу селедку. Пришло время заняться картошкой. Остудите ее и очистите от кожуры. Срежьте верхушку и удалите большую часть сердцевины чайной ложечкой. После того, как подготовили картофель, осталось нафаршировать его начинкой. Сейчас разложите картофель на тарелке красиво и украсьте ее зеленью и зернами граната. Блюдо готово, можно подавать на ваш праздничный стол. Так легко и просто можно приготовить потрясающую закуску из селедки. Подавайте ее к ужину или даже на праздничный стол. Данная закуска точно никого не оставит равнодушными. Желаю всем приятного аппетита. Всего вам хорошего. До свидания.